Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я являюсь представителем компании «Хайтстехник.Рус». Мы занимаемся производством котельного оборудования в мощностном диапазоне от 7 кВт до 8 мегаватт котлов в одном теле. По типу топлива можем предложить угольные котлы, пеллетные, дровяные, как для бытового сегмента, так и для промышленности. Так как находимся в Москве, более интересно представить пеллетные котлы. Есть ряд конструктивных особенностей, что выводит данные котлы в список лучших, которые предлагаются в России. Отличительной особенностью является, опять же, то, что автоматика используется вся польская, польского производства. Мы вообще как бы филиал завода на территории России с производственными мощностями. 4 года уже как бы занимаемся производством котлов данного. Принцип работы пеллетного котла крайне прост. То есть из бункера гибким шнеком подаются пеллеты в горелку непосредственно. Горелка полностью автоматизирована, там есть фотоэлементы, считывающие наличие либо не наличие пламени, тен розжига, то есть, соответственно, котел может сам разжечься, сам затушиться, когда вышел на рабочую температуру. Так как мы являемся заводом, соответственно, мы можем предложить решение для любого объекта, который требует отопления, то есть по мощности, по объему загружаемого бункера, по удалению продуктов сгорания золы попросту из котла. По географии работаем в основном все, что от Урала и дальше на восток, включая остров Сахалин. По центральной части России поставки, конечно же, есть. То есть Москва, Московская область, Нижний Новгород, Архангельск, Краснодар.